Доброго времени суток, уважаемые посетители сайта «Ногти», это программа «Ногти Лайф», я ее ведущий Михаил Срикелей. Сегодня у нас интервью, у нас в студии Иван Патраман, гагаузский режиссер, актер, автор и режиссер первого, и продюсер первого гагаузского фильма «Дюйнерджилюк». Первый гагаузский триллер, да, я так понимаю, с элементами драмы и с элементами фольклора, всего, что можно было тут. Иван, добрый вечер или добрый день и добро пожаловать добрый в программу «Ногти Лайф». Иван, вы вернулись в Гагаузию из России, насколько я знаю. Там вы у вас была неплохая карьера, во всяком случае, начиналась. Вы снимались в нескольких сериалах, в нескольких фильмах. Что вас побудило вернуться домой? Ну, на самом деле, да, я работал около 6 лет в Петербурге. Там закончил, я учился в Кишиневе, и после этого поступил в Петербург, там вот учился 4 года, после этого работал еще около 3 лет. Вот. Ну и идея, чтобы снять первый гагаузский художественный фильм, у меня появилась еще в Кишиневе, когда я учился. Вот. И после того, как я начал сниматься в кино в качестве актера, ну и после этого уже работал помощником режиссера на съемочной площадке, вторым режиссером. Ну и мне было интересно там, в Питере? Да, в Питере. И мне было интересно уже попробовать самому что-то снять. Ну и вот эта идея, чтобы снять гагаузский художественный фильм, у меня появилась давно. То есть и сверхзадача этого всего была, конечно же, популяризация гагаузского языка, гагаузской культуры. Вот. А кино это было всего лишь средство для реализации этой цели. Вот. Ну и я вернулся здесь. А почему ты называешь свой фильм первым гагаузским фильмом? До, по-моему, у тебя были попытки снимать гагаузские фильмы, если я не ошибаюсь. Тот же Карачубан пытался что-то снимать. Да, конечно. Если не изменяет память. Да, Дмитрий Карачубан снимал. Это были короткометражные художественные фильмы. То есть он был там и актером. И когда я снимал фильм «Дюйнерджилюк», мы ездили в музей и просматривали эти фильмы, которые он снимал. И это все-таки были короткометражные работы. И почему я называю его первым гагаузским художественным фильмом? Ну, потому что... Ну, потому что он первый, да? Ну, окей, полнометражный первый, да. Полнометражный первый. Да. Ну, после этого появился еще один первый гагаузский фильм. Если ты помнишь, исполнительный комитет представил там 5-минутную короткометражку. Там молодой человек возвращается из России и больше не хочет уезжать. В общем, как бы с этими первыми гагаузскими фильмами так немножко каша. Да, но я соглашусь. Твой фильм, он, безусловно, сделан как профессиональный фильм режиссером. Кстати, как тебе удалось его сделать? Насколько тяжело было этот фильм создать, «Дюйнерджилюк»? Потому что, насколько я понимаю, много денег не было, бюджет был очень ограничен. Тебе пришлось, как ты нашел деньги и каков был процесс? Я слышал очень много интересных историй про то, как ты собирал деньги и вкладывался в этот фильм, но хотел бы услышать сначала твою версию того, как тебе удалось этот фильм сделать и выпустить его в прокат. Начиналось все с того, что была идея снять гагаузский художественный фильм, полнометражный. Ну и появилась только идея, еще даже не было сюжета. И я собрал команду людей, которые готовы были стартануть и начать съемочный процесс. То есть мы сняли промо-ролик, такой около 3 съемочных дней мы провели, сняли. И после этого мы вышли уже на передачу с нашим сценаристом Тодор Мариногу на ГРТ. И было дано очень много интервью по этому поводу, какой будет фильм, какая будет концепция, в какой стилистике будет реализован фильм. Ну и, естественно, мы говорили о том, что нет, нам необходимо финансирование, так как это дорогостоящее дело снимать кино. И, конечно же, на тот момент это было немного как так удивительно для Гагаузии. И мне многие говорили: слушай, ну какой гагаузский фильм здесь у нас? О чем вообще может идти речь? Ну, мы все-таки собрались, сняли вот этот короткометражный маленький эпизод с этого фильма. И так как мы финансирование не могли найти, и как-то никто не обращал внимания на то, что мы начали работу над таким проектом. И вот мой друг, он в дальнейшем звукорежиссер и композитор этого фильма, он посоветовал, чтобы мы запустились на международной краудфандинговой площадке. Patreon или что? Что? Patreon.
PayPal? Нет, мы запустились на американской международной площадке Indiegogo. То есть это вторая по популярности площадка. И мы сняли вот этот ролик и запустили его в интернет. Ну и с призывом о том, что нужно финансирование фильму. Вот. Таким образом, мы собрали какую-то часть денег. И после этого начали уже полномасштабно работать. Денег было очень мало. Было взято около 2 кредита еще на фильм. Это были и личные средства. Ну, денег постоянно не хватало. Все актеры, вся группа работали на энтузиазме. Через краудфандинг удалось что собрать или вы практически ничего не собрали? Мы на краудфандинге собрали, мы провели около 3 кампаний на краудфандинге. На первой кампании мы собрали около 3,5 тысячи долларов. Потом мы вошли в зимний период. Зимний период — это была пауза. Поэтому потом у нас опять не было денег. То есть, чтобы продолжить съемки в марте месяце, зимой была запущена еще одна кампания на краудфандинге. И на Govern24, на молдавской платформе, и опять же на американской платформе. И мы собрали тогда очень мало, мы собрали около 1000 долларов. Но потом так получилось, что откликнулся бизнесмен из Турции, Адил Тащи, и он уже внес какую-то определенную сумму. И он мне тогда, когда мы с ним встретились, он посмотрел на меня и сказал: «Слушай, Иван, ты слишком много переживаешь обо всем. И о деньгах, и о костюме, и о сценарии, и о как это будет сниматься, и о технике. Говорит, давай сделаем так, то есть я внесу маленький вклад, но ты точно можешь знать, что в марте месяце ты сможешь начать. Думай о фильме, думай, чтобы он получился хорошо». Ну и вот с того момента у нас были какие-то уже стартовые деньги, и мы уже начали в марте месяце, продолжили этот процесс, потом деньги опять заканчивались, потом мы взяли еще 2 кредита. С учетом того, что никто не получал деньги, но деньги... Хорошо, на что шли деньги тогда? Это логистика, транспорт, это закупка оборудования? Это в основном транспорт, аренда оборудования, это оплата съемочных площадок, локаций, еды. Но с учетом того, что транспортом нас обеспечивали здесь, то есть были люди, которые нам помогали, давали транспорт. Ну и едой тоже в Абдарме нас кормили. Хорошо, каков бюджет этого фильма? Сколько он обошелся, если ты можешь сказать, конечно? Я не могу так сказать, потому как тут... Все растянулось во времени? Все растянулось во времени и растянулось... Ну хорошо, 10 тысяч долларов, 15 тысяч долларов. Ну это в районе около 15 тысяч долларов, да. Хорошо, власти каким-то образом откликнулись, вы обращались к ним, может они обращались к вам? За тем, чтобы помочь, что надо и так далее. Потому что, насколько я знаю, специальных инструментов у Гагаузии нету на поддержку кинематографа. И это, с моей точки зрения, был хороший шанс для того, чтобы эти инструменты каким-то образом завести в Гагаузии. Специальные фонды для этого. Какова была реакция? Или вы вообще никак не контактировали по этому поводу? Мы контактировали по этому поводу и обращались в Министерство культуры. И в Министерстве культуры тогда был еще другой руководитель, глава управления культуры на тот момент был другой, Василиса Петровна. Да, Петрович. Вот, и Петрович, да. И на тот момент она нам говорила о том, что, ну, извините, у нас нет средств. Ну и нам предоставила такой список бумаг и сказала... какие есть фонды, куда мы можем обратиться, написать проект. Ну, естественно, я взял все эти бумаги. И то есть вы сказали, что вы снимаетесь фильм на гагаузском языке? Да, конечно. Мы сказали, что мы снимаем фильм на гагаузском языке для популяризации культуры, традиций гагаузского народа. Ну и после этого я обращался еще один, уже я понял, что финансирование со стороны управления культуры у нас не будет. Ну и после этого я обратился к ним хотя бы с просьбой по поводу транспорта, чтобы у нас были массовые сцены, где мы снимали хоррор, там нужно было привезти около 70 человек. И обращался, чтобы нам хотя бы из управления культуры помогли хотя бы транспортом. Угу. То есть выделили хотя бы автобус, чтобы мы могли перемещаться. Ну, и вы сами нашли? Да, массовку, да, да, конечно, людей мы находили сами. И тогда я к ней обратился, она мне сказала: «Иван, слушайте, мы можем вам... один раз, два раза, три раза выделить автобус, ну, в какие-то определенные моменты». Но я сказал, что, извините, у нас идет съемочный процесс, у нас автобус должен быть всегда рядом.
Ну и на этом и сошлись, на том, что как бы больше я не обращался в Министерство культуры. Это был единственный контакт с местными властями или после этого были опять? Это был, да, единственный контакт. После этого были еще обращения, но никаких откликов не было. И даже самое интересное, что на премьере, когда все были приглашены, пригласительные билеты мы раздали и в управление культуры, и в Башканат. Ну и на премьере Башкан сказал, что мы так со стороны смотрели и думали, получится у вас или нет. Ну я так эту фразу очень хорошо так запомнил и подумал, интересно, если мы обращались и вроде не было реакции, оказывается, они смотрели со стороны и думали, получится у нас или нет. Ну, интересно. Ну, каждый делает то, что он считает нужным. Возвращаясь, хотел бы затронуть вопрос, связанный с молодежью. Мы как организация, ну, организация, которая администрирует портал Нокта, Пилигрим Демо, очень активно работает с молодежью. Да? И мы видим, что среди молодежи, среди гагаузской молодежи, есть очень много креативных молодых ребят, которые способны что-то создавать, способны что-то творить, и вполне возможно могли бы что-то делать в области культуры. Но проблема в том, что они не идут в культуру. Во-первых, они не хотят жить здесь, они уезжают за рубеж. Во-вторых, они не идут в культуру, потому что культура очень ассоциируется с таким очень низкодоходной сферой деятельности. Что нужно сделать для того, чтобы культура стала привлекательной, да, и с точки зрения финансов, потому что деньги – это краеугольный камень, он самый важный вопрос. То есть человек, несмотря на то, что он одержим идеей культуры, он должен каким-то образом содержать себя, содержать свою семью. Что нужно сделать для того, чтобы культура в Гагаузии стала более привлекательной для тех, кто мог бы ее оживить, сделать лучше и более привлекательной? В этом году мы в этом году инициировали такой вопрос о том, что очень много лет в университете у нас в Камрадском, да? Да, в КГУ долго не было открыто кафедры по актерскому мастерству и режиссуре. И мы инициировали такой вопрос, я обратился к ректору, вопрос очень быстро решился, в течение где-то 3 дней, то есть и университет готов был, чтобы мы нашли людей. Мы разработали целую программу, я подобрал педагогов, которые могли бы потенциально преподавать, разработали программу, которая могла бы каким-то образом воспитывать актеров, режиссеров, то есть чтобы создать такую определенную сферу деятельности, в которой крутились бы творческие люди, да? И там могло бы возникать что-то новое, что-то интересное. Но мы столкнулись с тем, что на протяжении вот 3 месяцев, пока шел набор в университет, очень мало людей обращалось. И проблема даже не в том, что была неосведомленность об этом. То есть мы взяли на себя, я взял на себя обязанность популяризации этой идеи. То есть вот с фильмом «Дюнер Джулюк» и также с определенными мастер-классами и встречами с людьми. То есть я ездил по селам, и мы встречались с людьми, показывали фильм, объясняли, какие могут быть перспективы, что и в театре есть перспективы, есть момент, но какие усилия не были приложены, и Камрадский театр под руководством Пынти Дениса, он тоже как-то вовлекся в этот процесс, и в Чедерлунском театре руководитель театра Михаил Константинов, но как-то мы не смогли набрать людей. Хорошо, а сколько сколько людей подало заявление на кафедру актерского мастерства? Два человека подало, надо было набрать около 12 человек, но проблема в том, что нет людей. Нет людей... Готовых идти на актерское мастерство? Нет, мне кажется, нет людей в принципе молодежи в Гагаузии, которые хочет пойти на такую специальность, потому как вы сказали, она не перспективна. Но при всем при этом мне кажется, что нет людей. Нет людей, просто молодежи нет. Особенно в селах, если ты в село приезжаешь, то... Если мы говорим о молодежи, то ее там очень мало. Потому как одни, например, одной ногой здесь, другой ногой уже где-то за границей. Ну, смотрите, 55 тысяч людей выходят на голосование. Ну, да. Я так понимаю, что это не все люди, которые идут на голосование. Ну, какой возраст? Есть и молодежь, которая остается здесь. Вот, окей, что можно сделать, как ты думаешь? Даже те, кто остались здесь, что можно сделать для того, чтобы это стало для них более привлекательным? Культура, традиции, их продвижение и так далее.
С моей точки зрения, даже если два человека пришли на кафедру актерского мастерства, нужно было эту кафедру открыть ради того, чтобы эта кафедра была. Дальше при каких-то усилиях можно было сделать ее более популярной. Да, я думаю, что да. Но для начала, мне кажется, что нужно поменять немного подход к терминологии обычаев, традиции, культуры гагаузского народа. То есть мы говорим о том, что у нас очень богатые традиции, богатые обычаи. На самом деле очень тут скользкая такая грань между этим. То есть для начала надо понять, что у нас реально есть и в каком направлении стоит это преподносить. То есть брать обычаи, традиции и как-то в современной форме это преподносить. То есть не теряя основного стержня, да, ментальности гагаузского народа, и чтобы это сохранялось. И это надо популяризировать. И я думаю, что если, ну, вот Гагаузия, да, гагаузская автономия, она создавалась, конечно же, как и политическая автономия, но и в основе ее основной стержень был гагаузский язык и культура гагаузского народа. То есть я думаю, что культура должна больше популяризировать и больше должно вкладываться и средств в это. И... Ну хорошо, ты говоришь средств. Вот мы в последнее время видим, что в Гагаузии проводится целый ряд очень дорогих фестивалей. Ну как бы, да, там по 100 тысяч, 200, 300, 400 тысяч тратится на организацию этих мероприятий. Здесь и фестиваль Хидерле, здесь и День вина Касым, да, здесь и фестиваль гагаузских ковров и прочее. В то же время мы видим, как профессиональных музыкантов из духовых оркестров оставляют без работы. Да, то есть, а содержание одного духового оркестра, к примеру, да, обходится плюс-минус в один фестиваль. Как ты считаешь, это оправданная политика по поддержке и продвижению культуры и традиции, как организация фестивалей? Или что-то нужно делать другое? Я считаю, что очень здорово, что такого рода фестивали проводятся. Угу. Но в то же время я считаю, что это такой собирательный образ культуры, собирательный образ обычаев, собирательный образ гагаузского языка и ментальности. Это какой-то собирательный образ, как называть, это какое-то такое красивое изображение, картинка, да? Но в реальности... Афиша и витрина, да? Да, это больше для туристов, мне кажется. Выжимаются все соки, которые есть в культуре, в обычаях, связанные с гагаузским народом. Выжимаются все соки, но ничего не вливается, чтобы это развивалось, продолжало развиваться. Хорошо, насколько люди вообще осведомлены о гагаузской культуре, гагаузской ментальности, гагаузских традициях, обычаях? Потому что в школе молодежь, с моей точки зрения, так, немножко эти моменты упускает. Чем моложе поколение, тем меньше о них знают. О гагаузских обычаях, традициях, культуре. Согласен ты с этим? Я с этим согласен, и мне кажется, что современный гагаузский житель, современный гагаузский человек, молодой человек, или человек за 30, он практически не знает, что такое гагаузские обычаи, что такое гагаузские традиции. Не потому, что он плохой, а потому, что ему не дают базу информации для того, чтобы он понимал, что это, как это и зачем вообще эти обычаи были, традиции. То есть нету такой политики национальной идеи. То есть и у того же руководства автономии нету, мне кажется так, что нет понимания, что такое национальная идея гагаузского народа. Это только у нынешнего руководства или у предыдущих тоже? Я думаю, что это на протяжении всего существования Гагаузии. То есть нет понимания, куда вести этот народ в плане национальной идеи и в плане, чтобы сплотить его. Так как, да, экономический потенциал, это, конечно, очень важно, но все-таки, будь то какой бы... Сильное государство, сильная автономия строится именно на народе и на его какие-то должны быть основы, какой-то стержень, который будет связывать этот народ, чтобы они понимали свою идентичность. Ну, чем тебе пророссийскость не стержень? Это отголоски прошлого, и мне кажется, что это очень гаузы. Вот как бы ты охарактеризовал гагаузов? Что такое гагауз? Да? Это язык, это культура, это религия. Что это? В
чем отличительные черты Гагаузов? Потому что это, кстати, вопрос, который волнует не только меня, да? Ну, хотя я где-то на него ответ могу найти. Это вопрос, который волнует очень многих людей в Кишиневе, которые приезжают в Гагаузы, хотят понять, ребята, кто вы такие? Вы гагаузы, но на гагаузском не говорите. Очень многие, к сожалению, так. Вы гагаузы, но гагаузскую культуру толком, если взять, так объяснить не сможете. Да? То есть, где два гагауза, там три мнения относительно того, откуда гагаузы появились, кто они такие. Спеть гагаузские песни, гагаузские традиции, к сожалению, этого тоже это уже уходит. Чем моложе поколение, я согласен, тем меньше они знают гагаузских песен, гагаузских традиций, гагаузских обычаев. В чем отличительность от гагаузов на сегодняшний день? Как можно охарактеризовать гагаузу или гагаузку сегодня, с твоей точки зрения? Во-первых, для начала надо вытащить из музея гагаузскую культуру, гагаузскую ментальность, гагаузский язык, и это из музея вытащить и отдать людям. Ты считаешь, что это сейчас в музее, да? Да, мне кажется, что сегодня гагаузская культура, обычаи, традиции, они в музее. И все у нас в культуре происходит так, чтобы это сохранить. То есть это такой нафталин, пахнет нафталином. И чтобы в музей сложить. Да. На самом деле, пора бы уже давно вытянуть это из музея и дать людям. И именно в этот момент, что такое гагауз современный, гагаузка? Это человек, такой же человек, как и молдаван, как и немец. Это понятно. Это понятно. Мы не зеленый. Я думаю, что сама глобализация уже изменила понятие, что такое молдаванин, гагауз, украинец, русский. И, на мой взгляд, это грустно и печально. Но сегодня, на мой взгляд, гагауз – это человек, который в первую очередь говорит на гагаузском языке, думает на гагаузском языке, что немаловажно. Но многие не говорят и не думают. Многие не говорят и не думают, но есть те, которые говорят и которые думают на гагаузском языке. И в них еще есть этот стержень. То есть стержень семейных традиций, обычаев гагаузского народа, ментальности. В них это есть. Мне кажется, все связано с гагаузским языком. Если не будет гагаузского языка, не будет и народа как такового, и не будет понимания того, почему ты являешься гагаузом. Вот в новом фильме, над которым мы сегодня работаем, документальный фильм «Халк», вот этот вопрос о своей принадлежности, вот вы мне сказали, почему ты гагауз, вот этот вопрос очень четко прослеживается. У меня тут заготовлены вопросы, не будем торопить события, а в фильме не забудьте, что хотите сказать, о документальном кино мы поговорим. Но давайте перед тем, как переговорить о документальном кино, поговорим о первом гагаузском фильме, да, вашем. Он, с моей точки зрения, был достаточно успешным. Несколько раз вы ездили с туром по Гагаузии, были за рубежом, показывали его. Несколько раз в Камраде, по-моему, вы собирали полный зал, если я не ошибаюсь. Да. Насколько это готово приносить деньги? Насколько люди готовы платить за то, что смотрят ваши фильмы, искусство, кино? Как прошло это в Гагаузии, как прошло это в диаспоре, очень важно понимать. Фильм «Дюнер Джулюк» очень успешно прошел на территории Гагаузии. Во всех крупных городах у нас их всего три. Вы и в Щелоках были, да? Да, конечно. Камрад, Чедерлунга, Вулканеште. Мы собирали полные залы. Фильм шел 3 дня подряд. Пятница, суббота, воскресенье. И каждый день мы собирали полные залы. Билет, по-моему, стоил 50 или 100 лей, если не ошибаюсь. Билеты в городах стоили 50 лей, а в селах по 30 лей. По 30 лей. В селах мы тоже в Кангазе, в Копчаке, в Бешалме, в более-менее крупных селах, в Авдарме мы собирали тоже полные залы. Уже в селах поменьше. Каждые 3 дня? Все 3 дня? Все 3 дня. Люди, да, то есть люди приходили? Да, люди ходили, люди смотрели. И я вам скажу, что очень прекрасный. Было очень много вопросов, а почему, когда фильм появится в интернете, мы хотим посмотреть. Но для меня было важно, чтобы люди приходили, чтобы вот эта вот культура хождения в кино, культура была как-то развивалась. И очень здорово было видеть людей, которые приходят. Для меня вот это наблюдение было очень приятно, что люди приходили. Да, нам было сложно организовывать в каждом населенном пункте что-то наподобие кинотеатра. Мы вывешивали экран, проектор, все это оборудование тоже арендовалось. Но очень приятно было, когда люди встречались на улице, говорили о фильме, говорили о своих повседневных каких-то проблемах, о жизни, смеялись, радовались, выходили, обсуждали. Мужчины ходили в магазин, может быть, выпивали
женщины обсуждали. То есть очень здорово было, что общество соединялось воедино, и они были едины в этот момент. Для меня это было очень важно, самонаблюдение, когда я смотрел со стороны, я присутствовал, естественно, на всех просмотрах. Мне было очень приятно, что весь, что люди собирались в одном месте и концентрировали свое внимание. Ты им дал повод обсудить гагаузскую культуру. Да, и мне было приятно, что люди собирались и были, погружались вот на вот эти всего лишь полтора часа, погружались в атмосферу гагаузской культуры, обычаев, гагаузского менталитета, гагаузского языка. И люди даже в Камрате, которые многие не говорили на гагаузском языке, выходя из зрительного зала, обращались почему-то ко мне на гагаузском языке, хотя до этого мы говорили с ними на русском. И это было прекрасно, так как люди поняли, что и на этом языке, оказывается, интересно смотреть. Как восприняли фильм с диаспорой? По-моему, ты был, если не ошибаюсь, да, в России. Да, мы были в Москве, в Санкт-Петербурге, в Киеве, в Одессе, в Турции. В диаспоре фильм... Полные залы собрались или нет? Да, конечно, да, собирались полные залы. Фильм в диаспоре, фильм тоже очень успешно прошел. Люди, так как далеки от родины, они приходили и прям пожирали глазами, потому как они скучают по своей родине. Вот. Не могу не задать вопрос, удалось ли окупить, вернуть за расходы, которые были благодаря этим прокатам здесь и там? Или ну, я думаю, что где-то в ноль мы вышли. В ноль? Да. То есть какие-то определенные долги, которые накопились, то есть мы потом со временем уже их смогли отдать. Ты снимал этот фильм своими силами или приглашали специалистов из Кишинева, скажем, операторов? Нет, мы снимали этот фильм командой, которую я собрал здесь, в ГДУ. То есть это операторы из Чедерлунги, Василий Келиш, Николай Ермишко, сценарист Тодор Мариногу. Это постпродакшн. То есть это 100% гагаузский проект? Да, постпродакшн Иван Горизан. То есть вся команда была собрана, то есть эти люди никогда не имели отношения к кино. Но я собрал команду из людей, которые в той или иной мере были как-то связаны с этой спецификой работы. Просто нужно было нужных людей поставить в нужные места и работать. Говоря о втором фильме, как идет подготовка к нему? Потому что мне сюжет из этого тизера, то, что я видел, показалось очень интересным. Димитраж и Патраж. Мы начали работу над этим фильмом в 2018 году, в ноябре месяце. Сняли около 10-15%. И из этого всего материала, который был, это были еще деньги студии, хоть какие-то деньги, которые мы собрали еще с проката с первого фильма. То есть и на эти деньги мы сняли вот этот вот маленький кусочек материала. И из него уже слепили такой маленький тизер, чтобы был как промо-ролик о том, что мы хотим в дальнейшем снимать. И если честно, после того, как я снимал первый свой фильм, гагаузский художественный фильм «Дюнюр Джулюк», если честно, я настолько, мы были все вымотаны тем, что очень было сложно все это координировать, особенно без того, что у нас не хватало постоянного финансирования. Я не хотел снимать второй фильм, но в итоге я подумал, что нет, все-таки я должен начинать снимать второй фильм, потому как и обещания нам сказали, что следующий фильм обязательно поддержат, и это было и председатель Народного собрания, и Башкан Гагаузи, то есть была встреча, при которой Башкан Гагаузи сказал, что ей наступило время, когда вы можете начинать работать над вторым фильмом. То есть это как-то было так... сказано в частной беседе? Нет, это было сказано в беседе со всей группой. Когда... Ну, не на камеру, скажем. Это было, да, сказано не на камеры, но да. И после этого, да, мы верили в то, что теперь будет поддержка, теперь мы можем сделать качественный второй фильм, тоже уже на основе гагаузского фольклора. И это может быть очень интересно, так как фольклор, это, конечно же, и сценарий был разработан интересный. Но мы когда выпустили уже... В феврале месяце был выпущен этот тизер с призывом о том, что нам нужны деньги на этот фильм. То есть не было вообще никакой реакции. Ну уже, может, они ждут официального обращения с письмом? Мы написали. Да, я писал обращение. Писали, да. Да, конечно, я написал официальное письмо от киностудии «Сербестфильм». Ответа не пришло. Но мы после какого-то времени получили... телефонный звонок, и меня пригласили в управление культуры, и уже с Мариной Семеновой мы обсуждали это,
Она мне сказала, чтобы я принес сметную документацию. Да, после этого была разработана сметная документация на 20 листах. То есть все было профессионально сделано со всеми цифрами. Что... То есть очень сжат был бюджет, но этот бюджет был нам очень реален. Ну и с тех пор, вот с мая месяца по сегодняшний день, нам сказали, что будет какой-то ответ. Ответа вообще никакого нет. С мая месяца. Да, и уже в августе месяце, то есть уже погода уходила, мы не могли дальше продолжать. Ну и было решено заморозить этот проект, потому как по смете у нас получилось 1 586 000. Угу. Ну и, видимо, это, наверное, ну, очень огромная сумма для бюджета, для Гагаузии. Наверное, есть... Поэтому получилось так, что... Этот фильм тоже на полтора часа, примерно, полтора-два часа, да? Да, этот фильм, да, полтора часа. А вы пробовали, опять же, проводить краудфандинг, или вы считаете, что это не очень успешная идея для... Мы... Нет, больше краудфандинг мы не запускали с этим фильмом, потому что очень тяжело там собрать нужные средства. То есть было даже предложение в Управлении культуры, когда я был, чтобы они выделили... помогли нам хотя бы с половиной суммы, хотя бы 800 000 лей. То есть, если у нас будет хотя бы 50% общей суммы, то остальные деньги, да, мы сможем собрать на краудфандинге, либо своими уже силами, своими возможностями. Ну, пока у нас не будет хотя бы какой-то суммы. С гагаузским бизнесом как-то пытались наладить связь в этом плане? Или гагаузский бизнес как вообще реагирует на... Или нет? Нет, я не знаю. Даже и сам как... бизнес на вас не выходил местный? На меня никто не выходил, но... Я не знаю, как, каким образом обращаться к бизнесу в Гагаузии. Это понятие такое очень расплывчатое. Я, ну, в смысле, я имею в виду людей, у которых как бы есть заведомо есть деньги, которые могли бы помочь. 1,5 миллиона лей, это примерно, ну, сколько там, 70 000, 75 000 долларов, что-то вроде этого. Ну, да. Как бы не такие уж большие деньги. Или 75 000 евро. Примерно. Да, то есть, с учетом того, что это проект на 8 месяцев работы. То есть 8 месяцев работы, и около 20 человек будут постоянно работать. То есть они будут получать еже 8 месяцев, 20 человек будет работать. Эти деньги на оборудование, на аренду нужного оборудования, на костюмы, на декорации, которые надо mm-hmm. будет изготовить, на аренду транспорта, на еду, на зарплаты актерам, зарплаты съемочной группы. Понятно, вся логистика группы. И так далее. Да. Ваша команда заморозила фильм, работу над вторым фильмом, да, дометраж. Да. Но вы объявили, студия объявила о том, что вы работаете уже, скажем так, над документальным фильмом «Халк». О нем мы начали говорить. Как пришла идея к этому фильму и что лежит в основе? Какова сюжетная линия в этом фильме? Это фильм, да. Я так понимаю, о становлении гагаузской автономии, да? Нет. Это фильм, это кино о человеке, о судьбе, о жизни простого человека из народа, о его повседневных радостях, чаяниях, переживаниях. В какой-то период или... Нет, в общем, сегодняшний день. Сегодняшний день. Да. Концепция фильма, она... это столкновение культур, столкновение аутентичного прошлого гагаузского народа, современной идентичности гагаузского народа, это проблемы языка, это специфика ментальности, специфика гагаузского народа. Вот, стилистика выбрана наблюдательная, то есть, ну, если вы знаете, есть такой стиль road movie, это дорожное видео, то есть он применяется чаще всего в художественном кино, но здесь мы его используем. В этом фильме очень много смешания жанров и стилей, то есть помимо наблюдательной стилистики, это будет еще точечное интервью и аналитический комментарий к происходящему. То есть вы в этом фильме хотите показать, как бы, каковы отличительные черты сегодняшнего современного гагауза, я так понимаю? Мы хотим показать, какие обычаи у нас сегодня есть, каких обычаев уже нет. На каком уровне находится гагаузский язык, как живет человек, простой человек, изо дня в день, в селе, да? В городе. Поэтому фильм этот собирается очень долго, очень кропотливо и очень сложно. Над ним работа уже идет, я так понимаю. Над этим фильмом работа уже идет. И я так понимаю, есть финансирование?
финансирование на этот фильм, это тоже личные средства, это кредит и это частные какие-то взносы, которые, то есть, кто выходит, пишет и говорит о том, что, ну, я готов поддержать ваш фильм, то есть мы с радостью принимаем такую помощь. То есть этот фильм в основном о современности, как живет современный гагауз, гагаузский народ. Я сравнительные характеристики с прошлым и с настоящим. Uh-huh. На каком уровне был тогда язык, на каком уровне сейчас, какие обычаи есть, как они перетрансформировались сегодня, есть ли они. То есть если говорить о фильме, вот этом документальном, который мы снимаем, под рабочим названием «Халк», Народ. То если говорить, сравнивать художественное кино и документальное кино, то это немного разные жанры. Если в художественном кино, над которым вот мы работали над первым и вторым фильмом, то есть режиссер, он создает реальность здесь, сейчас. Он создает реальность в кадре. А вот в этом документальном фильме и вообще сама документалистика интересна лично мне тем, с чем я столкнулся в процессе съемок, в том, что режиссер, он является всего лишь инструментом этой реальности. И, как сказать, включается камера, и ты не мешаешь реальности. И все свои желания, все свои фантазии, мысли, каким бы должен получиться фильм, ты должен немного погасить в себе и более внимательно смотреть за реальностью, смотреть, как люди живут, что с ними происходит, как. То есть в данном случае режиссер не в роли творца, а в роли наблюдателя. Да, режиссер вроде наблюдателя. Иван, я желаю вам удачи в ваших проектах с вторым гагаузским фильмом. С нетерпением ждем его появления. Те, кто хочет участвовать в финансировании этого фильма, создании этого фильма, обращайтесь к Ивану в студию «Сербест фильм» и узнавайте, как можно помочь финансово или другими какими-то вещами материально для создания этого фильма. В заключение хотел бы попросить вас, Иван, совет от режиссера первого гагаузского фильма молодым режиссерам, молодым актерам, которые хотели бы, но пока еще не решаются посвятить себя этому ремеслу. Что бы вы им посоветовали? Я бы посоветовал им не бояться, верить в свои идеи, придерживаться своих идей, иметь цель и целеустремленно идти к ней, несмотря на все трудности, с которыми ты сталкиваешься, потому как потом вот эта победа или желаемая цель, которую ты достигнешь, она будет намного лучше ощущаться, если ты пробьешь через все трудности и реализуешь свою цель, свою мечту. Я думаю, что нужно верить в себя и идти к своей цели. Это был Иван Патрован, режиссер первого гагаузского фильма. Оставайтесь на информационном портале «Нокта», и вы будете в курсе всего, что происходит в Гагаузии, Республике Молдова, в том числе и в области культуры.